Всем привет! Вы на канале Полина Квин. И наконец-таки я начала снимать вторую часть видео про ТикТок. Наконец-таки нашлось время и наконец-таки нашли силы во мне. Часть роликов я вам просто покажу, я их еще не опубликовала и опубликую вместе с вами. Ну а часть покажу, как же я снимаю, потому что зачастую смешнее, как эти ролики снимаются, ежели как они получаются. Так классно, когда приезжает Арина, вместе веселимся, вместе смеемся, вместе снимаем смешные видео. Сейчас вам покажу одно из них. Ну и, конечно же, кому-нибудь из нас надо было в конце упасть, и это оказалось Арина. Смотрим. Не смешите мои подковы, сейчас такого уже не поют. Вот, ловите ритм и... Пишите в комментариях, из какого мультика этот звук. Ну а мы едем дальше. Следующее видео опять же с Ариной, опять же с сентября. На тот момент это было очень даже популярное видео. Но вы меня знаете, я люблю все делать в последний момент. И думаю, что сейчас это уже не очень актуально, но все же. Это смешно. Смотрим. Следующее видео я сняла под популярную на тот, опять же, момент песню «Победительница Евровидения». Очень смешная, веселая, задорная. Ну, естественно, я не могла под нее не снять. Смотрим. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome, boys, too much noise, I will teach ya. Pum-pum-pum, pum-pum-pum. Pum-pum-pum, pum-pum-pum. Ну-ка, признавайтесь, кто из вас начал подтанцевать? Одно из самых популярных до сих пор видео, которое не снимал только ленивый, это «Сломо». Сусанна, Сломо. Да, мы снимали вместе с Сусанной, когда ходили в кинотеатр, в Рио. Снимали, хотели снять с первого дубля, чтобы было смешно, натурально. И, конечно же, в самый неожиданный момент такие: «Полина», если это говорил Сусанна, «Полина, Сломо». И надо было что-то сделать. Досмотрите обязательно до конца, потому что там было... Я не знала, что сделать, я надеюсь, что это не видели через камеру охранники. Потому что я там кое-что сделала с вещами. Посмотрите и все увидите. Сусанна, Сломо. Полина, Сломо. Сусанна, Сломо. Полина, Сломо. Кстати, не забудьте написать в комментариях, какой из моих клипов вам понравится больше всего. Ну и самый свежий из сегодня показанных клипов – это видео с Хэллоуина. Оно опять же с Ариной. Я выложила неудачный дубль, а сейчас выложу удачный дубль, может быть даже два. Так что смотрите. Вы, кстати, сейчас посмотрели только одно из двух видео, так что... Переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. А еще, чтобы быстро меня найти в ТикТоке, можете отклинуть вот эту вот штучку, и вы меня сразу найдете. Кстати, немножечко об этом видео про Хэллоуин. Мы снимали его 359 раз, только на 360 раз у нас получилось, потому что разрядился, во-первых, мой телефон, мы взяли мамин, а во-вторых, было очень-очень смешно. Вот просто вы не представляете, как может быть смешно, каким может быть смешное видео со страшным звуком. Я не знаю даже как это объяснить, у меня слова заканчиваются. Но это было очень смешно. Алина, если ты смотришь, вспоминай. Жду тебя на новогодние каникулы, будем еще снимать. Ну что ж, это мы посмотрели клипы, которые были сняты заранее, до этого давно. А сейчас мы приступаем к самой интересной части этого видео, почти самой интересной после просмотра. И сейчас я вместе с вами выберу еще два клипа, и мама будет снимать меня, как я снимаю себя. Вот, буду вам показывать, как же все-таки снимаются клипы в ТикТок. Ну и первое видео, которое мы будем снимать, сейчас вообще очень-очень популярное, уже 101 тысяча клипов. Это вот такой вот.
Присыпаем. Я вот тут сейчас собираюсь нанести какой-нибудь фон, чтобы был свет, чтобы был красивый, чтобы фон сам был красивый, чтобы я красивая была. И вот, ну, в принципе, более-менее. Надо там чуть-чуть, правда, сзади прядочек нанести, и будет нормально так. Сейчас пробую. Пробуем еще раз, но медленно. Все, контрольный, и приходим к следующему. Ну что ж, с первым роликом я справилась. Вы не думайте, что это так просто. Тяжело держать голову на одном месте, поднимать так вот плечи высоко и улыбаться, чтобы это не выглядело, как будто меня заставляют улыбаться. Следующее видео, которое я хочу снять. Очень смешная мелодия, музыка. Сейчас буду тренироваться. Погибли. Так, ну что? Тренируемся, ставим на 2х. Ой, не так. И... Все, с этим роликом я справилась очень быстро. Надеюсь, он вас рассмешит. Давайте тогда, пожалуй, еще один выберем. Ну что ж, сейчас, пожалуй, снимем что-нибудь подвижненькое. Мне кажется, пожалуй, для этого видео нужно просто завязать волосы. Чувствую, будет жарко. Чтобы снять это видео, нужно понять, как эта девочка делает так. Поэтому я сохранила ее видео, ее клип. И зашла в иншот. И уменьшила, скорость. Вот. К нашей тренировке. Мало того, что нужно сделать прическу, одежду одеть подходящую, так нужно еще и установить камеру так, чтобы я вся помещалась. Поэтому здесь пригодились статуэтки мамы с папой, они вот держат мамин телефон. Кстати, да, это мамин телефон, если что. В общем, приступаем. Где там? О. Она
что-то с чем-то, вы уже как неудачно думаете, так что обязательно подписывайтесь, и вы все сами посмотрите и поржете, вот прям честно от души, потому что это очень смешно. Я не знаю, как они так делают, но у меня ничего не получилось. Как они так делают? Опять я не так делаю. Ну что ж, теперь смотрим, что же у меня в конце получилось. Строго не судите, потому что мне еще делать уроки, надо скорее-скорее снимать. Ну что, приятного просмотра. Кстати, у кого получится лучше, обязательно выкладывайте в ТикТок, отмечайте меня, я сразу же на вас подпишусь. А еще у меня к вам такой вопрос про Новый год. Хотите ли вы какие-то новогодние видео, например, про подарки, DIY Новый год? Ну и не забывайте писать в комментариях, какое видео понравилось больше всего. Хотите ли вы третью часть? Может быть, хотите, может быть, не хотите, я не знаю, пишите все, я все прочитаю. Ну и все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!